show's just a dream. I'm glad that he's been trying over the mass of chasing. Not to be cool, but a fool. If I could mess some. Всем привет, друзья! С вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.budushin.ru, www.budoblog.ru и www.makivara.ru. Вы меня сейчас, наверное, не видите, да, практически, потому что я еду с утренней тренировки своей. Сегодня она была у меня очень рано. Я закончил ее, сейчас только 8 часов. Я уже позанимался и еду домой после тренировки. Хочу поговорить сегодня о том, как хорошо применять некоторые вещи для того, чтобы дать дополнительную нагрузку. О чем я вообще веду речь? Кстати, давайте-ка я включу вот эту штучку. Это задняя подсветка. Вот. Теперь вы будете меня видеть, конечно, в таком свете. Я, наверное, как вампир буду выглядеть с горящими глазами, хотя, может, нет, не знаю. Но тем не менее, так, наверное, будет лучше. Вот. Вот о таких вещах хочу поговорить. Смотрите. Значит, сейчас очень модным и популярным стал армспорт. Это армлифт, то есть роллинг, когда поднимают, да, это всякие показатели силовые при сжимании тренажеров типа капитанов краш. Вот, и же прочее с ними, всякие разные такие вещи. И поэтому, что сейчас только не придумывают для того, чтобы дать значит, усиление нагрузки на предплечье даже в тех упражнениях, где, казалось бы, они не особо должны работать или не выполняют основную важную самую роль. Я, конечно, понимаю, что при очень так, тяжелой суставной тяге сила хвата, безусловно, нужна. Или при подъеме очень тяжелой гантели к поясу. Я поднимаю к поясу, значит, 70 килограмм гантелю. Вот. Там, конечно, да, если без ремней это делать все, то, соответственно, предплечья работают как бы тоже. А вот в других упражнениях, таких как, значит, прокачка трицепса, бицепса, различного рода там, подъемы гантелей через стороны, разводки всякие, да, вот, работа на тренажерах, на блоковых, значит, пытаются сейчас, чем могут усилить работу на предплечье? Тем, что есть специальные уже, ну, выпускаются, вот Iron Minden, по-моему, даже если я из Микуту, фирма такая есть, накладки, которые делают гриф или ручку толще. И, соответственно, очень хват получается очень за толстую, скажем так, вот основу хват, то есть очень широкий для кисти получается хват, и поэтому нагрузка на предплечье больше, потому что так удерживает. Такие же есть и расширители, и для перекладины, например, да, для подтягивания. Вот. Суть в чем заключается подобных насадок, уж так я буду называть это, что ли. Они еще, кроме всего прочего, что они толстые такие, они вращаются. Поэтому это еще усугубляет тяжесть упражнений. Ну, для себя вот я сделал вывод. У меня такие штучки тоже есть, но я когда на улице занимаюсь, я с собой их не беру. У меня около дома очень хорошая площадка, которую я сам себе сделал, прямо она во дворе моего дома находится. Значит, там есть и перекладины, и брусья, и макевары, и мешки, все, короче, даже зимой, вот сейчас мешки у меня висят. И когда я занимаюсь, значит, с утра или днем на перекладине, я сейчас просто по-другому поступаю. Я попробовал с этими насадками заниматься. Здорово, конечно, все, но на морозе руки мерзнут, даже сейчас, хотя тепло, там от минус 5 до плюс 1, но все равно. И раньше я занимался в тонких кожаных перчатках, а тут я как-то затерял их и, значит, надел флисовые перчатки, в которых хожу на лыжах кататься. Толстые флисовые перчатки, не толстенные. И когда я попробовал поподтягиваться на перекладине в них, это просто было что-то. Во-первых, они сами по себе толстые, и ухватки их получается шире. Во-вторых, флисовые перчатки, это не кожаные. Они за перекладину не цепляются. Они, ну,
скользят по ней, как будто руки маслом намазаны. То есть вообще это проворачивается просто капитально. И поэтому, конечно, это панацея для тех, у кого нету вот рукояток таких. Я так говоря, попробовал потом эти же перчатки надеть, и чтобы позаниматься с гантелями, со штангой. В общем-то, суть-то практически та же. Да, ширина, конечно, хвата не та, она поменьше, чем с расширителями специальными. Но нагрузка возрастает в разы. Это прямо вот ощущается просто капитально. Поэтому могу порекомендовать использовать не кожные перчатки и не голые руки при тренировке силовой. Если вы хотите дать дополнительную нагрузку на предплечье, используйте флисовые толстые перчатки. Работает на 100% это все, четко проверено на себе. Пользуйтесь. Удачи!